Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Грузию. Sid Meier's Civilization 6 против живых игроков. Кстати, никто из них не умер во время прохождения. Как человек, а не как цивилизация, конечно же. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Там же, в этом плейлисте, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Поэтому у него все шипят. Так, ну вот я самолет построил, мне дали. Забрали. Что я могу вам сказать? Я, наверное, спать пошел. Удачной вам игры. Давай. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Бразил, там сколько еще у него городов осталось? Ну, в общем, тут, смотрите. Ну, если ты, из-за того, что мы без городов-государств, тут улететь стопудово невозможно. Просто без шансов. То есть, на самом деле, мы, получается, с египтянином тут по-хорошему... Ну, хотя у него 510 науки. Может, надо еще посадить спецов... Ну, в принципе, приблизительно равно идем по науке. И получится, что, скорее всего, выиграет тот, у кого больше очков будет. Так, тут науку точно не надо. О, кстати, здесь Джеймса Вата надо использовать. Нет, 510 науки. Ну, да, на 90 больше. А, я знаю почему. Потому что ртуть. А у меня нету никаких корпораций на... На это дело. Тайс, ты против меня стену строишь? Нет, я хочу, чтобы твои жители любовались. Пили вулканические боржоми и любовались моей стенкой. Так вкусно описал, мне прям даже захотелось реально, чтобы так и было. Боржоми находится где-то рядом с китайской стеной. Туда приезжаешь. А еще у меня там заповедник красивый планируется. На него тоже можно посмотреть. Подожди, француз, ты мне возвращаешь все, что ты у меня спер?
Ну, прям приятно. Особенно Евгений Онегин дорог сердцу грузинского народа. Как можно было спереть Евгения Онегина? Вот, представляете, такой Пушкин написал, Евгений Онегин. Вышла книга, приезжают французские шпионы, скупают все книги, и на следующее утро просыпается русская интеллигенция, а где Евгений Онегин? Я бы хотела почитать. Такой, нету, все, он во Франции. Слушайте, а как монополии работают? Я что-то не пойму. Вот они мне что дают вообще? Вот у меня монополия на благовоние, и что? Можешь строить благовоние. Нет, ну понятно, что я благовоние могу строить, но это можно и без монополии строить. Ты можешь просто корпорацию сделать. А вот когда у тебя монополия, то... Там, по-моему, бонус, что ли, ну, двойной дает. Ну, его не видно нигде, я не пойму, где он. Ну, может, фракция что-то не доработали. Что-то? Только что-то не доработали. Ну так, сама малость. Каждая монополия дает своему владельцу туризм в количестве, зависящем от числа контролируемых источников, умноженного на число иностранных цивилизаций, не владеющих источником этого ресурса. Вау, то есть, по идее, если у меня 6 благовоний, а еще одно благовоние есть у француза, значит, его нету у 4, то есть я 24 туризма получаю с монополией. Ага, ясно. А еще они дают золото. Плюс 5 монет за поддержание минимального уровня, плюс 10 за 75% и 25 за все. Да, мне дается 25 от монополизации редких ресурсов, действительно. Вход монет. Бразилец, предложение. Я принял. Lady's imagination is very... Блин, нам центр вещания надо. Сначала в Батуми построить. Thank you.
Всем привет. Вы что, все еще играете? Нет, мы просто сидим, общаемся, обсуждаем. Вот Челинио говорит, что Путин хреновый руководитель, а мы его убеждаем, что нет, нормально. Типа, в 9 вечера пошел спать, сейчас у меня 10 утра, вы все еще играете. Я такой, типа, чего? Так это вторая партия уже. А, это вторую партию уже. Ладно. Всего доброго. Грузия, как насчет военного союза против Франции? С удовольствием. Не понял, Ацтек, что это? Ты мне предлагаешь 236 рублей за Евгения Онегина? Он бесценен. Конечно. На. А ты с ним как будешь воевать? Типа с моря приедешь или как? Пару корабликов. Я вот вижу у него там Ла-Рошель, и я приеду, разграблю краситель. На этом вся война закончится. Ну, надеюсь, твоими кораблями будет управлять кардинал Ришелье. Именно. Блин. Но я просто не успел на Ацтека приплыть, пограбить. Хоть благовоние у француза украду. Которое одно вообще больше. Все остальные благовония у меня. Фига себе, 600 у тебя Челинио, как так раскочегарил? Да тут что-то еще делать. Да там проект, наверное, читает на ртуть. Нет, это даже с проектами дофига. Почему там, поскольку по 20% с каждого? Не, я думаю, это ртуть. Это ртуть, он... Монополист ртути сделал, построил. Ну, короче, сколько у тебя ртуть дает плюс процент? Где посмотреть? Ну, в этих нет. В великих трудах. Вот она у тебя расположена, эти. Короче, сколько ты уже продуктов из ртути сделал? Вот, я так. Не делал вообще ничего из этого. Нет. Ты еще и не делал ничего? Класс. Тогда я не понимаю. Тогда можно там так раскачать науку. Ну, у тебя же ртуть есть корпорация? У него монополия. Что там за предложение? То, что Ацтека убиваем. Против Египта. Ух ты, принят военный кризис против Египта. А, это этот Ацтек.
Нифига там буря. Да. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не знаю, мне ничего не убивало. Твои убило три каравана? Да. Или нет? Че? А, не. Просто ходить закончили. Блин, с тропическим лесом. Конечно, это бразильцы, у него явно там тропического леса дофига. Сахар. Ну ладно, давайте сахар обработаем. Там просто французские шапки стоят и грозят. West End Girls. Так, гипс. Гипс с бразильцем можно. Давайте у него глянем свинину еще. А я уже торгую. Бразилец предложение. Не, у китайцев, конечно, старт прям бомба, я хочу сказать. Согласен. Жусви китаец. Лагеря. Короче, у меня буря приехала в столицу и все районы сломала. Просто. Это нормально вообще? Ты понял, француз, как будет наказан каждый этот кавалерист, который бегает и грабит грузинские земли? Че, вы уже воюете? Доброе утро. Ну как воюем? О, кстати, я почти вышел в рокеров. Чё там? Смотри! Сейчас чё смотри, может я не добегу, действительно. А не добегу. На кавалерийских юнитов не действует зона контроля. Как у нас на карте уран расположен. Интересно. Грузин, ты вышел в уран? Так, он захватит. А, подожди, он походил. Странно, он походил всеми юнитами. Грузия. Ну, надо все равно, значит, тут кирасира заказывать. Три случайных озарения.
Так, а что у нас там поломано? Лаборатория поломана. Центр коммерции вообще весь поломан. Кайф. Радиовещание поломано. Вообще зашибись. Акведук поломан. Нормальная буря, да? Не, ну бомбардировщик надо доделать. Ready or not? Nothing to do without. Come on. I'm talking to you. Come on. Ремонтировать алюминий. I'm talking to you. Come on. Блин, биржу надо ли? Может, театралочку лучше? А что с промышленной? Что театралка, что промышленная, немножко бессмысленные, но... У француза самолетов нет, да, получается? Там шапочник. Ну, я не знаю, он изобразил, что он сейчас на меня нападать будет, и потом 20 ходов мял сиси. Идея была простая, я защищаюсь от твоей агрессии, и в то время... Ну, типа, шапками... В смысле? А подожди, от какой агрессии ты защищаешься? Я тебе дружбу предложил и союз. Ты это не принял, от какой агрессии? Я защищаю ты шпионами, поэтому... У меня сейчас у тебя сидят 4 шпиона, я уже прокачался достаточно, но видишь... Ну, ты понимаешь, что так как ты пришел и гадил мне, то есть это понятно, что это ты делаешь... То есть у меня нет просто выбора тебя сносить. Ну правильно, я же не против. Так а идея тогда в чем была? Ну не давать выиграть кому-то из вас. Ты был ближе, у тебя союз закончился, с Клеопатрой еще был. Я почему-то выбрал тебя. Я хотел замириться и начать мешать египтянину, но ты напал. Не, это не, это уже невозможно, когда ты разрушил мне столько районов. Тем более, что, опять же, я повторю, тут явно будет на счет игра. То есть мне надо захватить города. Найс. Алексей, продлеваем? Конечно, на счет играем. Кто сможет больше забрать? Наверное, центр вещания или гидра. Не, ну вообще электричества мне хватает и угля. Возьми на центр вещания сначала.
Так, тут у нас кампус и промышленная зона появляется. А сюда... Давайте алюминия. Чуть медленнее, чтобы убывал. Что меня тут разграбил? Даже лояльности хватает удерживать город. Просто поразительно. Ну, в коммунизм, наверное, пойдем. ПТ-команду сразу вывести отсюда. Блин, не долетает. Я думал, до этих долетит. Ладно. Да, блин, это прикалываетесь. Сыва просто прикалывается. Кстати, ты улететь может. Что? Египет улетит? Он два запустил. Ну, он-то два запустил, но ему надо открыть ускорялки. Тут чисто везение, да, то есть как пойдет. А я уверен, что ускорялки это предпоследняя теха, я могу вот прям поставить, что это предпоследняя теха. Это значит, что у нас осталось 22 хода, то есть... Если он в ускорялке не выйдет, у него 20... Сколько там? 25 ходов летит? 25, да. О, 25 слишком ходов. Слишком мало, ну, вообще науки было в этой игре. Да, это конкретно, ну, это очень мало науки. То есть у нас должно быть к сотому ходу хотя бы в районе 400, чтобы, типа, к 150-му надеяться на улет. Просто кое-чего не хватает. Ну ладно. О, китаец, ты тут с этим лагерем разобрался наконец-то. Я даже тут вижу пути развития вот у Китая, ну кроме вот быстро веру рашить какую-то. И вот заселять... Ну ему реально надо было рашить веру в тундре и... И за счет этого как-то пытаться что-то делать. А ну это чисто, простой. Конечно, вот, ну, что это такое за старт, типа, цива, блин. Не, я знаешь, я человек простой, я увидел двух оленей, взял пантеон на лагеря. Пантеон, увидел оленей, взял пантеон на лагеря. В следующий раз просто можно брать ББС мод, чтобы не было вот таких стартов, чтобы... Причем даже нету рыбы, да, получается? А, нет, есть рыба, да, для гавни? Да. Ну, вообще, как бы, вот, ну, в такой кишке, как бы, ну, районы не застакаешь никакие, ничего не сделаешь. Не, ну, я месяц уже играю в онлайне, пока только 15, наверное, сыграл. Это первый старт у меня такой хреновый. До этого все норм было, более-менее.
Может, они опять с патчем сломали какую-то генерацию карты? Потому что вот я играл сейчас на божестве за Россию, там такая странная карта сгенерировалась опять. Что-то прям смотришь и... А, да, я видел. Смотрел сегодня с утра. Что-то там горы такие прям прикольные. Блин, я не купил. Я хотел здесь купить. Хотел здесь купить этого. Лошадку. Наверное, лучше этого бомбардировщика. Этот город следующим ходом все равно падает. Разрушено нафиг. Конечно, вообще трындец. Он отбил Булонь. Так, надо побольше как-то этих юнитов для захвата городов подкупить. О, блин, железа не хватает. Ладно, купим кавалерию. Так, какие-нибудь прикольные. Ну, правительство тут... Эфелеву башню строят. Без... Ну, интересно было бы с заповедником посмотреть. Ну, что... Джунгли с заповедником. У меня баг в текстуре космопорта. Треугольник. Странно построил маяк. Где-то меня что-то разрушили, да? Да, наверное, захватили... Ладно, беру коммунизм. Так, республиканское наследие стопудово. От внутренних нет, не хочу. Меньше боевой мощи теряет вот это. Верфь, морской порт. Ну тут как бы, блин, конечно, собор Василия Блаженного можно было бы, но его так долго... Ай, ладно, поставлю. Вдруг придет какой-нибудь инженер. Субсидии, исследовательские гранты. Театралочку можно. Ну, собственно, мы ее бахнем. Вот сюда. Так, в холодную войну. Очень низкий шанс на культурную победу. Просто очень низкий.
Я больше аэропортов не строил, разве? Это я зря. О, там дворец... Нет, там дворец Патала, похоже, был. Так. Во всех городах с двумя специализированными районами. Туризм я... Ну, если кто не понимает, зачем я открывал, я ради 25% туризма открывал. Вообще, по-хорошему, надо было культурное... Ну, мне надо сначала рок-группы, потом культурное наследие. Я так и не смог тематическое здание сделать. И юнит, кстати, в военном лагере тоже уничтожился. Че, Бразил продлевал? Да, смысла уже нет, как бы его. С тобой тем более. Нету смысла, сноси Египет. Я кинул дружбу. Просто мы сейчас кучу промки теряем, это единственный союзник. Выкинь его дружбу в мусорку. Союз. И союз в мусорку. Ты же сам с ним в союзе. Ошибся. Да, со мной не хочет никто прекращать союз, потому что да все, у всех упадет промка в городах на 50-70. Подожди, а почему у меня все экономические курсы сбросились? Биг Бен построился? Нет, я не строил Биг Бен. Это город Амбуаз, там Биг Бен находится. Боже. Тоже... Боже, Фераксис. Я не знаю, что еще... Ну как это можно вообще? Захватываешь город с Биг Беном, у тебя сбрасываются все экономические курсы. Кайф. Ты так всегда запретку строишь, короче, там. Угу. Дворец Патала строишь тоже.
Альгамбру строишь. Типа все чудеса на карточке, они вот такую тему делают. Я вот не знаю, в чем прикол этого. Чтобы, типа, игра не, за тебя не определяет, какие карточки тебе оставлять. Чтобы ты точно убедился, что ты хочешь поставить то, что ты хочешь. А можно сделать какую-то кнопку «оставлять как было», например? Я понимаю, что это звучит идиотизмом, ну, то есть сумасшествие, шизофрения, но все-таки. Можно было бы карточку там залочить, например. Так, музей попробуем. Я походил уже с истребителем. Нет. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.